Добрый вечер, подписчики и гости канала. Решил поучаствовать в соревнованиях «Маски сверху». Достаточно интересное соревнование, по статам его нужно ловить все виды формы щуки маскинонга. И нужно выловить максимально приближенную щуку к 6 кг. По условиям соревнования нужно ловить на поверхностную снасть, используя спиннинг. Давайте посмотрим, что как у нас. Для ловли используется трофи спин, ну или любой другой спиннинг можно использовать. И я взял пропер 21 грамм, желтый с красным. Ловить лучше на локации Король Зеленого Залива. Ну, по крайней мере, у меня на этой локации больше всего получается. Заходим на эту локацию. Доходим до места напротив вылова щук. Наши метки, где мы щук ловим, обыкновенных. И забрасываем спиннинг в направлении такого вот углубления. Да, сори. До конца сорика осталась минутка, я тут второе место занял. Мне пришел максимально приближенный. И спокойненько ведем на второй скорости. Не спеша так. У нас что хотела клюнуть. Но отпустила. Немножко прозевал момент. Так, 14 секунд осталось, я дотяну уже и все. В принципе, результат неплохой. 16 грамм. Сорики закончились. Результат второе место. Выловлен максимально 12,283. Основной критерий на 16 грамм больше было у меня, чем нужная рыба. Вот она попалась. Щука маскинонг. 6,016. Так получилось, что соревнование, ну, не первое место, но второе место было занято. Удачных вам соревнований, хорошей ловли рыбы, подписывайтесь на канал. До новых встреч!